Всем привет! Славянск, 2 мая. Огородец мой. Чесночок повылазил. Рушка отцвела. Лучочек. О, это мои животные. Это Сэм. Важный такой. Вон там Маня. Маша. Подпольная кличка Жувачка. Она когда-то хотела в собаке забрать еду, собака его пожевала. Это деревья молоденькие, сад насадил в позапрошлом году. В этом году уже должны быть. Это красное яблоко внутри. Черешня. Это какая-то слива. Тепличку поставили пару-тройку дней назад. Клубничка цветет. Пчелки трудятся. Возможно, будет много клубники везде. Здесь есть клубника, которая до ноября плодоносят. Вишенки, слива, яблоко, груша, теплица. Там еще ничего нету. Это у меня теща, директор теплицы. Она будет заниматься этим. Здесь у нас терпеть не могу, но же не нравится зелень, мне нравится укроп. Это тут у нас виноград. И вот выход в идиллию, там где душа раскрывается и долго не закрывается. Здесь у нас маленькое озеро. Искусственное вырыли и бросили. Но рыба есть. И вот здесь у нас теща делает компост. Потом подсыпает в помидоры. Вот так вот это все выглядит. Тропинка. Тихо. Крапива молодая. Можно борщ сварить. Пока молодая. Тут целые лианы деревьев. Не слышно, но пчелки гудят так. Вот здесь другой искусственный водоем. Вот здесь я рыбу ловлю. Вот так вот выглядит это место с другой стороны. Нету стабилизации видео, немножко дергается изображение. Вот, о, какая-то птичка непонятная, похожа на перепелку. Класс, сегодня рыба будет. Коты соскучились, вчера столько рыбы съели. Это большой водоем. Слава Богу, тихо, где-то далеко, шумно. Ну, в основном тишина. Все, всем удачи и добра, мирного неба. Пока.